Они ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Они ставят личные рекорды и поднимаются на пьедестал почета. И каждое их достижение – это победа не только над собой, но и над тяжелым недугом. 7 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали. Таков итог выступлений 14 зареченских спортсменов на 6-й областной спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проходили такие виды спорта, как настольный теннис, шашки, шахматы, дартс и плавание. Нам больше повезло в плавании. Почему? Потому что подготовка ребят была более лучше или что повлияло на это? Ну, подготовка, конечно, тоже взяла свое. Все заявленные участники заняли у нас хорошие места. Дмитрий Гришин впервые принимал участие в соревнованиях и сразу достиг хороших результатов, заняв 2-е место. Как признается сам спортсмен, тяжелее всего ему дались настольные виды спорта. По шашкам. А почему они были сложнее? То есть они играли лучше, подготовленнее были? Ну, лучше, мне кажется, подготовленные были. Впереди у ребят новые старты и новые победы, которыми они снова и снова будут подтверждать безграничные возможности человеческого духа. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».